Меня зовут Егор, мне 21. И на самом деле довольно сложно вообще понимать, как себя называть, как себя идентифицировать. Я, наверное, остановился сейчас на слове «визуальный художник», «visual arts», потому что это как бы такая всеобъемлющая история, вместо того, чтобы называть себя фотограф, потому что это не совсем описывает то, чем я занимаюсь. Художник тоже не совсем то. Фотохудожник — это вообще что-то странное. И я работаю преимущественно, конечно же, с фотографией, но также я затрагиваю иногда разные 3D-манипуляции. И, в принципе, наверное, я сейчас стараюсь охватить как можно больше разных историй, чтобы это все замиксовать в изображении. Вообще, я, мне кажется, всю жизнь занимался фотографией. Это, мне кажется, одна из вот этих вот очередных слезливых историй, когда ты рассказываешь о том, что вот, ты там родился, и тебе всегда это было интересно, и ты спал в однимку с камерой. Мне кажется, такая есть у любого уважающего себя фотографа история. У меня она была немножко другой. Я понял, что я могу вообще-то, помимо того, что снимать свое лицо на фоне дисков и кактусов, я могу еще снимать что-то в округе. И я вырос в городе Пенза, это небольшой город на самом деле. И там особо ничего нет, но в этом вся была прелесть, что ты мог находить какие-то маленькие укромные местечки интересные и снимать их. И, соответственно, из вот этой вот тамблер-эстетики я перешел в какую-то просто пейзажную фотографию, урбанистическую. Я снимал все, что мне нравится, выкладывал это в Инстаграм. Потом немножко об этом, обо всем забыл. Снимал просто друзей, это тоже все происходило на телефон. И в какой-то момент волшебный я увидел в интернете ломографию. И я думал, вау, это то, что мне нужно. И я прожужжал об этом уши своей сестре. И в какой-то момент, лет в 14 или 15, я получил на день рождения камеру смена 8М. Она ничего не умела, это был просто кусок пластика с пластиковой линзой, и там даже невозможно было присмотреться и как-то навести фокус. Ты все делал вручную, все делал сам, и это просто, мне кажется, тогда супер сильно взорвало мой мозг. И я тогда действительно в это даже поверить не мог. И настолько вообще просто поразилось, что я начал дальше в этом во всем ресерчить. И дальше начались все вот эти истории с «Зенитом». Короче, я учился, когда в Институте культуры. У нас были очень странные преподы, они такие типа старые школы. И нас учили снимать вообще на все что угодно. В сентябре, я помню, в процессе на обувную коробку. Вы просто типа берете коробку, закрашиваете ее черным, прикладываете бумажку, чувствительную фотобумагу, делаете дырку маленькую, и потом просто типа ставите эту коробку, открываете эту дырку и стоите 30 минут, потом идете, проявляете, и типа так и так картинка получается. И в такие моменты понимаешь, что типа, блин, это все на самом деле такая чепуха. Окей, да, когда это коммерция, очевидно, что тебе нужна такая сочная, хорошая, конкретная картинка. Но в принципе, если ты занимаешься творческими проектами, проектной деятельностью, ты действительно можешь снять на все, что угодно, и это просто будет менять твою картинку визуально. По большому счету, это как бы, ну, это ты можешь сделать частью концепта, а если ты просто от этого отходишь, то ты можешь действительно все что угодно снимать. Я в 17 лет подумал, что я могу как-то заниматься этим чуть более осмысленно. Я подумал, что где мне учиться, как не в интернете. И я просто отсматривал типа в день по десятку альбомов, в которых было по 1000 фотографий разных классических авторов, там Роберт Каппа, Брессон и все вот эти вот мастодонты фотографии. И я просто все это отсматривал пачками и уже смотрел, что работает, что нет, пытался это внедрить в свои работы. И как-то так постепенно учился я. В тот момент никогда не покупал никаких курсов, я не знал, что это такое. Я просто снимал все на типа автоматическом режиме своей камеры.
звал друзей и все это снимал. Я просто делал это так часто, что мне кажется, это все просто в какой-то момент начало само получаться. И я сразу же в тот момент начал увлекаться именно цифровой обработкой снимков. И мне кажется, с этого все пошло. Поэтому я, в принципе, никогда не боялся экспериментов, потому что я всегда все делал наобум. Я никогда не знал, что получится. Я просто выкручивал ползунки в разные стороны, что-то там перебуробывал эту кривую и смотрел, что вообще получится. Первое время не получалось, но затем, по прошествии времени, что-то как-то из этого всего выходило. И мне кажется, в этом вся суть, что когда ты действительно не боишься крутить эти ползунки и что-то с ними делать, вот тогда все начнет получаться, тогда будут рождаться эксперименты. А когда ты понимаешь, что ты уже покрутил эти ползунки и что-то вышло, почему бы не перейти на бумагу и не пытаться с ней что-то делать, и ты можешь распечатать целую кипу этих бумаг и на каждой нарисовать по закорючке, чтобы понять, как эти закорючки работают в этом пространстве этого листка. И мне кажется, это самый важный и самый такой классный путь. И сейчас меня часто молодые ребята спрашивают по поводу того, как это делать. Но просто оказывается, что они боятся действительно с этим взаимодействовать. И вот самое важное, мне кажется, это просто не бояться это делать. Потому что когда я делал какие-то там уже первые серьезные съемки, все думали, что я обалденно профессиональный крутой чувак, а я толком не разобрался, как типа синхронизатор в камеру вставляет. Да, 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 мне тоже такое было. Потому что ты такой профессионал, ты такой приходишь, блядь, это что, как вообще? Да, и у меня уже на той съемке, в принципе, я реально не знал, как вставлять синхронизатор, я его пытался ставить другой стороной, у меня не получилось. Это было очень нелепо, но у меня уже на той съемке было типа два ассистента. И я просто такой, свет не сделали? Давайте, давайте, шуруйте, что не умеете. Это такой лайфхак для начинающих ребят. Это как у меня первый раз, когда приходила в студию, я тогда еще даже свет не знала, и мне подходили, которые студии, вот у меня была уже съемка. Да, такие, там, какой вам свет нужен, то, и название, а я даже не знаю вообще эти названия, такая, да, там, да, второй, типа, и третий, ага, и четвертый, она мне говорит, там, постояние, короче, импульсные, я говорю, да-да-да, все вот эти вот, да-да-да. Искусство — это огромный длинный путь, и из каждого его вот такого вот небольшого момента ты можешь что-то выцепить. И самое классное, когда ты можешь генерировать идеи, не только ты берешь идеи из изобразительного искусства, но ты также можешь использовать любой другой вообще, любую другую историю, будь то музыка, архитектура или вообще, ну, в принципе, все что угодно. И мне кажется, при должной рефлексии ты можешь из него сделать что-то. И вот это клево. Честно, все работы, которые вот здесь вот валяются, которые я как раз-таки выбрал, наверное, как самые свои либо любимые, либо просто значимые работы, они делались буквально наобум. И это, опять же, такая часть эксперимента, когда ты просто берешь, используешь какие-то разные материалы, и смотришь на то, как они могут с друг другом взаимодействовать, как конкретно это тело, обернутое, например, в эту ткань, может при вот этой вот синергии дать что-то новое, какое-то изобразительное что-то. И, собственно, мне кажется, большую часть работ я так и делаю. И когда чем меньше ты об этом обо всем задумываешься, когда это просто развитие твоего визуального стиля, самое классное, когда ты просто делаешь это по щелчку пальцев. И я, как правило, редко запоминаю имена или вообще, в принципе, создаю себе в голове каких-то идолов, людей, на которых я равняюсь, еще что-то. Это просто другие люди, у которых другой опыт, другая оптика, другой путь. И классно за ними следить и что-то для себя черпать. Но мне кажется, у каждого это всегда должны быть разные люди. И это супер важно, мне кажется, просто не создавать себе каких-то в голове даже идолов, на которых ты, которым ты поклоняешься, на которых ты как-то по-особенному смотришь. И честно, не знаю почему, мне многие спрашивают, почему ты не занимаешься видео. Мне никогда
почему-то не было такого желания. Мне всегда просто, ну вот опять же, интересовал статичный кадр и то, чем я могу его наполнить. Меня просто всегда привлекала конкретно эта форма, потому что это будто бы уже само по себе законченное произведение. Тот факт, что ты сейчас в конкретном месте снял в конкретной позе конкретное что-то, это уже обрамление самого кадра, то, что в нем находится, это уже есть следствие твоего выбора, и мне кажется просто это чем-то очень важным, и для меня это тоже какая-то часть концепта, контекста, в котором я взаимодействую. Мне очень нравится фраза одна — смотреть и видеть. И вот для меня лично два этих слова — это типа имеют супер разное значение. И мне кажется просто важным подходить к этому как-то чуть более осмысленно, не просто смотреть на что-то, не просто пролистывать миллион кадров, а именно видеть эти кадры, пытаться понять, что тебя в них заинтересовало, как тебя в них заинтересовало и почему тебя в них это заинтересовало. В общем, есть девочка, она заканчивает сейчас британку. И, собственно, это ее типа финальный проект. За 4 часа, получается, отсняли 6 образов. Не знаю, мне прям типа нравится. Это такая приятная вещь, когда ты делаешь что-то посередине, это вроде коммерчески выглядит хорошо, обоснованно, вроде это и с каким-то творческим заделом, все, что повыше, наверное, более такие интересные кадры. Вот, и когда тебе дают в этом плане какую-то свободу действий, это прям особенно приятно. Мне кажется, никакой у меня миссии нету, кроме моей, ну, каких-то моих собственных желаний, моих собственных увлечений, контекстов и рефлексий, в которые я взаимодействую. А по большому счету какой-то глобальной миссии. Я вот не люблю все эти штуки на самом деле. Я не люблю говорить об искусстве как-то очень высокопарно. Я не люблю идолов, я не люблю миссии, я не люблю манифесты. Я просто делаю то, что я делаю. Что-то получается, что-то нет, а что-то в голове откладывается, о чем-то я думаю, потому что так или иначе искусство без этого ну не может жить. Но каких-то больших целей, вот этих вот всех историй, я даже, ну, честно, я не хочу об этом даже задумываться будто. Мне это всегда казалось чем-то лишним. Вот есть то, что тебя интересует, то, что для тебя важно, и ты просто берешь и занимаешься этим. А все вот эти контексты, они приходят уже потом. И они как-то очень, в таком случае, они очень органично к тебе подходят, потому что ты не пытаешься это все выдумать, высосать из себя. Ты просто делаешь то, что ты делаешь, и что-то получается.